Наступна інформація стосується підприємців, у чиїх торгівельних точках реалізуються тютюнові та алкогольні вироби, зокрема тих, хто продає ці товари неповнолітнім. На 53-й сесії секретар міської ради звернувся до цих правопорушників. Підприємці, які торгують під акцизними товарами і продовжують продавати алкоголь і сигарети дітям. Так хорошо, що ці люди є в місті, тому що вони продовжують наповнювати міський бюджет огромними штрафами. Жалко, что таких предпринимателей с каждым разом будет становиться все меньше и меньше, потому что, как мы с вами обсуждали когда-то на одной из сессий, такие договоры аренды с такими предпринимателями будут аннулироваться. Договоры аренды на земельные делянки и на объекты коммунальной собственности. Я вам хочу рассказать про один из случаев, который вчера произошел. Это подчеркну, что это повторный случай. Один раз профилактическая беседа с данным предпринимателем проводилась. Вот, тогда факт не засвидетельствовали, вот, а было просто вынесено на сессию с просьбой разорвать договор аренды на земельный участок под этим ларьком. Вот, пришла хозяйка, сказала, ну поскольку вы не зафиксировали этот факт, поскольку там это, попросила и обещала, что больше впредь такого не будет. Тем не менее, вчера в ларьке, который находится напротив магазина «Строитель» в Киевском квартале, напротив ЖКЦ, здания ЖКЦ, был выявлен и зафиксирован, составлен протокол, факт, порушен правил торговли тютюновым вырубом особым до 18 роков, складано протокол. Почему к земельным вопросам относится этот вопрос? Я этот протокол, копию этого протокола передаю на земельную комиссию, прошу земельную комиссию рассмотреть данный вопрос, на ближайшую сессию вынести вопрос об аннулировании договора аренды земли под этим ларьком, для того, чтобы мы, наконец, это нездоровое явление, как продажа подакцизных товаров, алкоголя и сигарет несовершеннолетним, в городе искоренили полностью. Тем, кто продолжает надеяться на то, что они будут заниматься, тем предпринимателям, которые надеются на то, что они будут продолжать продавать подакцизные товары несовершеннолетним, и им за это ничего не будет, могу им сказать, что штрафы просто огромные. Вот, там по каждому факту отдельно складывается протокол по разным направлениям, аннулируются лицензии. Вот, ну и в довершение ко всему, я надеюсь, Міська рада будет принимать соответствующие решения об аннулировании договоров аренды. Это в этом году первый случай, в прошлом году два мы зафиксировали. Вот, там штрафы, поверьте мне, в которых по 5 налей. Вот, причем там параллельно еще масса было всяческих нарушений. Поэтому продолжаем работу в том же направлении. Вот, и искренне надеюсь, что у нас только останутся добропорядочные предприниматели, которые заботятся о грядущих поколениях и не занимаются такими вещами, как продажа алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Отож, відтепер підприємці мають суворо заборонити продаж тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім особам. В іншому випадку вони ризикують залишитися без своїх торгівельних точок.